Здравствуйте! Если одним словом описать эту среду, то она взрывная. И вот почему. Люди могут вспылить, как-то бурно реагировать даже на безобидные замечания. Поэтому лучше промолчать сегодня, даже если очень хочется сказать и не ввязываться в авантюры. В общем, быть благоразумным. И кстати, среда еще травмоопасная, поэтому соблюдаем и правила безопасности. Что касается работы, то лучше трудиться сегодня индивидуально, чтобы не натолкнуться при взаимодействии с другими на препятствия. Еще этот день хорош для написания текстов. Напишите красивую смс-ку любимым прямо сейчас. Здорово будет отправиться в ресторан. Ну или заказать на дом что-нибудь вкусное. А потом массаж и спать. Удачи вам и до встречи!